О том, что Чебурашка есть и не один, можно узнать из интернета или подсмотреть в каком-нибудь недорогом клубе. Это вечеринка для своих и всех остальных тоже. Чебуран-пати. Все возникло само собой. Диджей Тим Сводник, бывший журналист, как-то спросил у танцующей девушки: «Ты кто?» Она ответила: «Чебурашка». Вдруг осенило: «Я ведь тоже». Я понял, что есть Чебуран-движение, которое мы только что вдвоем с ней организовали. То есть она Чебурашка, и я, соответственно, тоже Чебурашка. Но Чебурашка не один. И не два, даже уже три. Как бы мультипликационные мы вдвоем. И надо таких же найти. Постепенно это стало то ли паролем, то ли брейн-кодом, запрос-ответом свой-чужой. Так и выстроился узкий круг взаимно приятных людей, как правило, творческих профессий. Обычно в этом возрасте и в городской среде подобное рождается как контркультура. Но Чебуран-движение – мирный клуб по интересам. Зачем с кем-то воевать, когда просто хорошо вместе? Теперь у них свои люди от Москвы до самых до окраин. А вдохновение на всех одно. Вот знакомая швейцарская художница представила новую коллекцию «Чебу Goes to the Moon». Вот в интернете понесло. Чебурашка на Ялтинской конференции, откуда взялся черный квадрат, или вообще социальный плакат, или совсем японская, заметь Чебурашку на сакуре. Сколько их таких, они и сами сказать не могут. Никто не считал. Может быть, 1000, может быть, 2. Нету чебурашек, членских билетов или партийных списков. Но они повсюду среди нас. И при ближайшем рассмотрении каждый проходящий мимо может оказаться своим. Квартира главного Чебурашки вся в них. Дарят чебурашки японские, они там в моде сейчас, индийские, афроамериканские или вот из оленей шкуры. Изготовление леспромхоза Таймырского, 79-й год. Это существо давно переплюнуло и Шварцмана, и Успенского, и Союзмультфильм, безо всяких там авторских прав, если объединило стольких и в самом активном жизненном возрасте. Вот так выглядит чебурашья жизнь изнутри. Подвал, студия, холсты, фаулс. Кофе, пианино. По определению, богема должна быть бедной. Хотелось бы, чтобы больше в Москве было мест, где можно в творческой атмосфере и с творческими людьми находиться и жить, а... Вы тоже Чебурашка? Я Чебурашка. Давно? Креативная струя возникает сама собой. Кто-то принес новые шрифты, кто-то изобрел деревянный календарь. На нем дни отмечаются засечками, ножом. Ответа на вопрос, кто же вы все-таки такие, оказывается, просто нет. А тысячи чебурашек есть. Такие чебурашки, да бог его знает. Просто, на самом деле, веселое сообщество друзей. Максим Соколов, Елена Кузнева, Ольга Александрова, НТВ, Москва.